шахмат. Новая чемпионка мира начала играть в шахматы с 2 лет. Уже в детстве Екатерина Лагно легко обыгрывала мальчишек. Ее имя вписано в Книгу рекордов Гиннесса. В 12 лет Екатерина стала самым молодым гроссмейстером среди женщин за всю историю шахмат. Меня научил папа, потому что он был детским тренером. Ну, он научил просто потому, что, знаете, раньше не было столько всяких игрушек, планшетов. Просто для общего развития. Двукратная чемпионка Европы по блицу. Теперь еще и двукратная чемпионка мира. Она вела в счете на протяжении всего турнира. И уже в первый день шахматного первенства выбилась в лидеры. И чемпионкой мира по блицу стала Екатерина Лагно. Россия! По мастерству она во многом превосходит мужчин. Даниил Дубов, который днем ранее стал чемпионом мира, признается, Екатерина не оставляет соперникам шанса. По-моему, мы играли, может, один раз, она меня точно обыграла. Второй раз, если мы играли, она меня тоже обыграла. То есть я ее не обыграл точно. Этот год для Екатерины был очень успешным. Ранее она стала финалистом чемпионата мира по классическим шахматам, который прошел в Ханты-Мансийске.